Друзья, всех приветствую. Мы сегодня в магазине «Светофор», город Красноармеец, Московская область. Посмотрим, какие новиночки нам привезли. Сделаю обзор. Кому нравятся такие обзорчики, присоединяйтесь, устраивайтесь поудобней. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Друзья, привезли поводок рулетка для наших животных с надежным карабином. Длина 5 метров. Удерживает до 15 килограмм. Производство Китай. Цена 253 рубля. И цвет в ассортименте. Есть синий, есть красный. Акустическая система. Саундбар. 809 рублей 83 копейки. Вот она такая большая. И шланги поливочные садовые с растягивающиеся на 22,5 метра идут. 527 рублей. Производство Китай. Ватные диски появились в продаже. 180 штук в упаковочке. 56 рублей 95 копеек. 100% хлопок. Какое-то средство для дачных туалетов и септиков. Устраняет неприятные запахи за 15 минут. Ускорение разложения отходов. Предотвращение развития болезнетворной микрофлоры. Работает летом и зимой. Действует до 3 недель. 300 мл свет развести в 5 литрах любой воды. И обильно полить раствором емкость со стоками. Цена такого средства 139 рублей. Сетки от насекомых на двери. Помогает защитить помещение от комаров, от пыли, тополиного пуха и уличного мусора. Сеточки идут на магнитах. Где они, магнитики? Надо посмотреть. Вот, магнитики, их видно. 143 рубля 91 копейка. Производство Китай. И все идут розового цвета. Да, все розовые. Есть продажа отпугитель грызунов ультразвуковой. Работает на солнечной батарее. Против мышей, землероек и кротов. Радиус 10 метров действия. Цена 348 рублей. Даже змеи отпугивает и медведок. Триммер для стрижки волос появился. Лезвие из нержавеющей стали. Сменная насадка. Быстрая и безопасная стрижка. Машинка для стрижки стоит 348. Наборы отверток по 397,80. Большие. Компрессоры есть автомобильные. Вот. Автомобильный компрессор. 399 рублей. Много интересного здесь около кассы. Станки одноразовые появились. Папира 10 штук по 42 рубля 6 копеек. Спиральки Раптор от комаров, от защиты комаров. 117 рублей 68 копеек. 20 штук спиралек. Светодиодная светящаяся лента есть с управлением. 5 метров. Лента светодиодная стоит 405 рублей. Производство Китай. Опята маринованные. Сделано в Воронеже. Баночка 580 миллилитров. Вот такие вот опятки там. И большие, и маленькие, и шляпки, и ножки с морковкой. Это цена такой баночки 174 рубля 33 копейки. Кашка перловая по-новгородски с говядиной. Консервы, мясо растительное, рубленное, стерилизованное. Состав: говядина, крупа перловая, вода, жир говяжий, животный белок, лук, соль, перец.
для походной жизни. 44 рубля 11 копеек. Каша гречневая с говядиной есть. 340 грамм. Мясное мясоперерабатывающий комбинат Потанина по 36 рублей 45 копеек. Консервы растительно-мясные, стерилизованные, с говяжьим фаршем. Вот такая коровка нарисована. Есть в продаже лимонная кислота 200 грамм в упаковочке. Натуральные продукты для консервирования, для выпечки, для десертов, для маринадов, для напитков, для соусов. 109 рублей 51 копейка. Рыбные консервы. Сардина тихоокеанская и васи. Натуральная. 230 грамм. Баночка жестяная. 43 рубля 17 копеек цена. Приморский край, город Находка. Есть баночка кильки с чили, с перцем. Обжаренная в томатном соусе. Рыбные консервы, стерилизованные. Неразделанная, обжаренная. Адрес деятельности — Республика Крым, город Керчь. Идет баночка, идет с ключом. Говядина особая. Универсал Трейдинг Балтика. Делала обзор вот на эту говядину. Вы посмотрите в прошлом видео. У меня есть, как я открываю эту баночку. И посмотрите, что там внутри. Кто не видел, пожалуйста, переходите, посмотрите. Горчица появилась в продаже. Русская добрая хозяйка. 250 грамм. Для мясных, овощных блюд подойдет. Для окрошки и салатов. 42 рубля 69 копеек. С консервов еще появилась баночка лосося, атлантический, натуральный, по 240 грамм в банке. Балтийская консервная компания. 80 рублей 65 копеек цена. Состав: рыба лососевых пород, кусочки произвольной формы и величины, соль поваренная, пищевая. Все. Произведено из мороженого сырья. Производство пищевик, город Санкт-Петербург. Появился имбирь маринованный, самурай. Здесь в упаковке кило 400, цена 175 рублей, производство Китай. Хороший имбирь, я его беру и расфасовываю по баночкам. И нормально хранится, когда надо, добавляю. Салатик, морская капуста, без уксуса, по-корейски, с грибами. Так, посмотрим, что там входит. Приготовление: огурец и лук нарезать соломкой, обжарить на масле, соединить обжаренные продукты с морской капустой, приправить солью. Получится такой салатик. Морская капуста по-корейски с грибами, 62 рубля 72 копейки. Здесь 350 грамм. Идет без уксуса. Из сладостей какие-то новые наборы. Смотрите, здесь и кексики, вижу, круассанчики лежат. Набор Аллора. 900 грамм, 233 рубля. Вот. Кексики, круассанчики. Венские вафли привезли. Вот, упаковочки. Вафли стоят 191 рубль 88 копеек. Здесь 800 грамм в упаковке. Яблоки в продаже, сак весовые, по 56 рублей. Яблочки небольшие, красивые, яркие. Привезли из Сербии. И еще есть свежие нектаринчики. По 124 рубля. Выросли они в Турции. Все, друзья, на этом заканчиваю свой короткий обзорчик. Всем пока-пока. Увидимся еще в следующем видео.